Всем привет, друзья! Вы на канале Sky Top Games, и сегодня у нас The Stamping Land. Кто помнит, тот знает. Кто не знает, тот, в общем, сейчас все поймет. У меня есть краткий вот такой обзорчик. Вот он сейчас перед вами. Обязательно к просмотру после данного ролика. Что это такое? И, кстати, почему Stamping Land тесно связано с игрой The Isle? В принципе, The Isle могло когда-то, наверное, не существовать, если главный разработчик вот этой игры не смотался со всеми заработанными деньгами на Кикстартере и в раннем доступе, когда игра была запущена в Steam. Собрано огромное количество денег. Главный разработчик просто смылся, не заплатил сотрудникам. Ну и игра встала. В общем, о чем эта игра? Ну, это должен был быть, собственно, первый мультиплеер про выживание. Сейчас, подожди, надо бежать. Карнотавры вообще здесь бешеные. Они атакуют просто вот им, потому что хочется атаковать тебя. Бежим. Безопаснее на пляже, конечно. В общем, эта игра должна была построена быть на мультиплеере, выживании среди игроков и среди динозавров. То есть на сервере раньше где-то находилось около 16-20 человек. Здесь онлайна нету, здесь только соло, но мы можем крафтить. Да, игра была построена на крафте. Мы можем крафтить дерево, мы можем крафтить камни, можем получать кости, шкуру и прочее из мертвых динозавров. Давайте добудем камень. Кстати, обратили внимание на карнотавра, да? Это модель карнотавра из самой первой версии Ислы. Давайте поближе посмотрим. Да, кстати, динозавры здесь друг с другом, как полагается, дерутся. Мы видим стерокозавра, который сражается в стиле Legacy. Ну, практически. Опасность здесь, конечно, на каждом шагу. Блин, карнотавр. Я говорю, эти машины здесь очень опасные. Ну, сейчас у меня габелла, походу. Я так и знал. Так, мы переродились. Вообще, по идее, если построить какую-нибудь хижину, то можно было бы спавниться там после смерти. То есть нам не приходилось бы начинать все сначала. Крафт есть. Непонятно только одно, почему нет описания, как что крафтить. А, вот оно есть. Вот подсказки. То есть стрелы, мы можем делать копья, мы можем сделать лук. Какие-то ловушки, дымовые шашки или что это такое. Так, нам понадобится... Давайте попробуем что-нибудь сделать. Допустим, smoke trap. Так, дымовая шашка, я так понимаю. 4 дерева, 3 смолы, если это оно. 4 дерева. Так, нам не хватает еще. Сейчас набьем с дерева. Так, собственно, начинаем крафт. Супер. Ну и... Что у нас появилось? В инвентаре у нас ничего абсолютно нету. Надо посмотреть. Нет. Давайте попробуем сделать, может быть, какой-нибудь лук. Но для этого нам нужна, я так понимаю, какая-то... Вот это что это такое? Это какие-то кишки из динозавра или что? Два камня, дерево, смола. Да, было бы прикольно поиграть в нее онлайн, конечно. Но модель каннибала, смотрите, модель каннибала Ислы, видите? Ух ты, это что такое? Это что такое было?
меня ударила молния? Или что это такое произошло? Что произошло? Вообще не понял. По динозаврам. Здесь есть анкила, здесь есть стерокозавр. То ли дракорекс, то ли пахицефалозавр, я так и не понял. Карнотавр. И галимимус или струтиамим. Скорее всего, струтиамим. Так. Вот здесь куча трупов. Я хочу накрафтить кости, шкуру. Все, теперь надо валить отсюда. Надо быстрее уходить. Иначе бешеный карнотавр меня просто... Он меня бесит здесь. С этой тварью тяжело сражаться. А вот дракорекса достаточно легко забрать. Или это стигемолох? Больше на него похож. О, господи. Ха, я опять труп. Я так ничего не смогу точно накрафтить сегодня. Ничего не смогу сделать особо. Но, как видите, да, нужны определенно какие-то материалы для крафта. Их очень тяжело собирать. Потому что вот эта тварь опять идет сюда. Я могу, в принципе, создать факел. Надо отойти только отсюда. Там, по-моему, требуется 4 камня и... сейчас. Вот. Два дерева и камень. Два дерева, камень. Давайте создадим. Крафтим факел. Быстрей. Супер. Но факелом... Факелом нельзя, по-моему, да, отмахиваться. Это, скорее всего, когда будет ночь, чтобы нам было хоть что-то видно на острове. А поджигать мы что-то можем? Нет, не можем. Приручение животных, походу, здесь тоже нету. Я бы сейчас реально бы построил бы какую-нибудь хижину, клетку. Но на это, походу, нужно очень много, блин, материала. Надо подальше отсюда отойти от той местности. Так, факел нам не нужен, мы его выбросим. Давай нарубим побольше дерева, наберем смолы. Что-то напоминает еще, конечно, чуть-чуть арк. Два камня. Еще два. Берем факел. Не, если бы факел отпугивал бы, конечно, животных, это было бы прикольно. Но он на них вообще не действует. Никак. С дракорексом, вернее, со стигемолохом. Тихо, 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 тихо. Анки, анки, анки. Со стигемолохом очень легко сражаться. Сейчас я продемонстрирую. Только анкилыч меня пугает. Иди сюда. Главное вот так зайти ему в попу и аккуратно вот так нарубить ему. Супер. Так. У нас есть теперь и череп даже стигемолоха. А там, по-моему, можно какой-то тотем создавать. Только для чего он? Не понимаю. Так, подождите. Так. Вот теперь мы можем скрафтить, по-моему, лук. Крафт. Так. Нам нужно 2 камня, 8 дерева. 2 камня. Так, пока не хватает. Смола 4. Далее... перья. Я так понимаю, это какие-то перья. И далее вот эта вот херня непонятная. Что это такое? Этого у нас нету. Это нужно собрать с трупа. Ладно. Может быть, это кожа? Непонятно. Я бы зарубил струтиамима, но этот парень очень быстро, его хрен догонишь. Поехали дальше. Нам надо найти какой-нибудь труп определенно. Вообще бы я построил какие-нибудь, да, клетки там, знаете, для ловли динозавров. Было бы прикольно.
Подождите, а вот это что вот обозначает? Здесь должны были быть, наверное, какие-то подсказки, но так как игрушка скачана с торрента, здесь ничего нет. Кстати, было заявлено как-то года два назад, что ли, главным разрабом, про которого я говорил ранее, что он вроде как хочет обратно вернуться и продолжить развитие данной игры. А, он еще знаете, что заявил? Типа сказал, всем сотрудникам на то время были заплачены деньги по контракту, а то, что было остальное заработано, это я, говорит, не знаю. Это было оставлено, типа, на дальнейшее развитие игры. У меня были там какие-то определенные дела, что ему пришлось уехать, значит, в другие штаты. Отмазался, в общем, паря. Молодец. Это... Блин, опять этот Карнич. Сука, задрал меня. А, не, это стира... Не, Карна! Нихера себе, вы видели? Он с одной тычки просто снес Анки, он снес Стирака. Габелла. Эти парни здесь слишком мощные. Кстати, здесь еще можно добывать и мясо, только я не знаю, мы можем его есть, типа, или нет. Так, ну что, я доделаю то, что я сегодня хочу. Вернемся. Так, у нас есть мясо, да, какие-то красные пигменты, вообще непонятно для чего это. Так, я не добыл тот самый, вот этот пузырь нарисованный, мочевой пузырь, наверное, с Дракорекса. Так, у нас есть труп. Труп чей? Ага, Стигималох. Так. Есть, у нас есть кости. Так, подождите. Блин, опять не хватает. Опять не хватает. В ком она может содержаться? В Карниче в каком-нибудь? А как мне Карнича завалить? Эта тварь меня сама... Блин, на каждом... миллиметре, минуты, секунды готовы меня нахрен убить. Так, так, подожди, паря, ты меня здесь не достанешь? А, не, смотри-ка, да, он может залазить на камни, тогда я в океан. Нет, в океане он меня достанет, он явно плавает быстрее, чем я. Блять, скотина такая, достал меня опять. Не, ну Карна здесь слишком как-то, блин, я не знаю, имбовые. Опыт 15. Так, а если... так. А если нам построить какую-нибудь клетку попробовать? Нам нужны 3 кости, 15 смолы, 15 дерева. Я ничего не могу сделать из-за этих карнотавров. Я сейчас просто вот так нарублю вот этого всего подряд. Поставлю клетку. Может быть, какая-то тварь попадется, слушай. Я ее топориком зарублю по-быренькому. А, вот чтобы добывать смолу, нам нужно дольше рубить дерево. Так, отлично. Но на это куча времени уйдет. Вот было бы прикольно, если был бы онлайн, да? Вдвоем так по-быстренькому что-нибудь наделал. А вот кости где взять? Кости нужно из мертвого динозавра. Там карнотавра. Опять в соло. Короче, задрал Анкилыча и... Стирака. Анкилыч даже не дал никакого отпора. Жесть. Беги. Не хватало еще от Анкила получить по зубам. Так. Я надеюсь, мы насобирали боунс, кости. Да, кстати, как видите, тут есть типа даже погода. Есть дождь.
Так, ну что, давай крафтить. Клетка, нам нужно 3 кости, 15 смолы, 15 дерева. Блин, опять не хватает. И костей я не собирал, да в чем прикол? Кости должны были быть собраны с любого динозавра, это по любасу. А давай замахаемся с Карнычем, похер. Тварь. Интересно, сколько я ему должен нанести ударов, чтобы я его завалил? Давайте посчитаем, уже по-моему, 10. Слушай, очень легко зайти ему в задницу и лупить его топором. Скотина такая. Ты неубиваемый, что ли? Надо сделать копье. Надо сделать копье и продырявить ему задницу. У меня сейчас вариантов других нет. Либо я его, короче, либо он меня. Потому что я начну бежать, он меня тараном убьет. С одного раза. Вы видели, да, насколько сильны-то эти твари? Безумное сражение. Это то же самое, что если пситакозавр дрался бы с тирексом. Бессмысленно, походу, да, смотри. Вообще по барабану ему. Ему по барабану, короче. Я погнал, до свидания. Не-не-не-не-не-не-не, чувак. Да ну нахер. Да пошел в задницу, да ну. Свали. Ты еще хочешь замахаться? Ну давай. Ага, толкают его. Блин, карнотавры вообще бешеные, просто фул. О, ночь. Прикольно, смена дня и ночи. Кайф, найс. Все, свалил, наконец-то. Карычи вообще безумные, просто мясо. Просто мясо. О, во, ща, подождите, теперь я могу, короче, сделать копье. Ой, не копье, а лук. Так, камень, блин, мне нужен камень сраный. Где мне найти камень? Вон там есть на берегу, подальше от Карныча, надо свалить нахер. А чё так темно? А есть ночное зрение какое-нибудь? Ночного зрения, походу, нету, да? Дракорекс. Дракорекс хочет замахаться. Ну давай. На, блин. Чё? О-о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 -
Не, ну анкил очень медленный, в принципе. Можно убежать, пофигу. Где здесь найти безопасное место? Где здесь найти безопасное место, чтобы никакая тварь меня просто не трогала? На каждом шагу, они на каждом миллиметре готовы меня достать, убить. Я их даже не трогаю. Так, камень. Далее нам нужно 8 дерева. 8 дерева. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 дерева. Камня нам нужно 2. Камня не хватает. Далее смола 4. 4 смолы. А перья гребаные одни. Далее вот этот вот мочевой пузырь, который у нас один, сука. Нам не хватает еще одного. Так, нам нужно найти труп. Вообще, по-любому я опять ничего не смогу сделать. Гребаный кранотавр, который размажет меня здесь. По-любасу, вот по-любасу. Уже бежит. Уже бежит собака. Не, здесь, конечно, очень тяжело выжить. Проще, наверное, играть за людей в Риме в какой-нибудь. Даже пока с одним фонариком. Давай зарубим. Отлично. Малыш получил леща. Далее, 2 камня. А, до камня я не набрал, сори. Блин, звуки, конечно, здесь такие дикие громкие. Так, отлично, еще 2 камня есть, мочевой пузырь есть, и теперь мы крафтим, мы наконец-то, блин, крафтим лук. Я надеюсь, это будет лук. О да, детка. О, давайте постреляем теперь. Ну чё, малыш, готов?
Тихо. Что, не понравилось, что ли? Да я же нежно, я аккуратно. Хуц! Хуц! Мимо, мимо. Беги, 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 дорогой. Ух ты, блин, я его разозлил. Ух, я его разозлил. Ух ты такой. На, нахрен. На, блин. Готов. Короче, сколько я потратил? Одна стрела мимо и пять. И пять в него. Сейчас я карнотавра размажу, короче. Так, крафт стрел еще тут есть. Только вот где он? И как он называется? Подожди, а у нас есть кости? Крафт, у нас костей нету. Я бы клетку бы сейчас соорудил бы, поймал бы Диноса, отвечаю. Надо трупы чекать. Подожди, подожди. Ну-ка, 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 ну-ка. Вот этого мальчика сейчас заберем маленького. Пуц! Готов. Красавчик. Отлично. Я снайпер меткий. Так. Кости. Кости, походу, собираются с определенного вида динозавра. И это анкилыч. И это, скорее всего, анкилыч. Так. А вон карнотавр. А может, с него есть кости? Давай попробуем его сейчас положить из лука. На нахрен. На, скотина. Ну все, габелла, походу, мне. Да твою мать, как ты меня замучила. Не, я скажу так, если бы игрушка, вернее, если бы... Дайте пройдет эта гребаная громкая музыка. Если бы главный разраб не смотался бы со всеми деньгами, в принципе, игрушка пошла бы по хорошему пути развития. И Донди бы не скупил бы модели динозавров у Влада Константинова. Ведь права на модели остались все у второго разработчика. И тот поспешно продал просто все модельки Диносов. Нашему знаменитому Донди. Давайте с Анкилой сразимся. О-хо! Это была безумная идея. Просто безумная. Капец. Слушайте, даже то, что игра не онлайн, она мне безумно почему-то нравится стала. Реально. А я так понимаю, карта здесь большая, да? А какие-то координаты мы посмотреть не можем, как и что. О, подожди, у нас есть... Мы можем, короче, ложиться и прятаться. Подожди, а если мы ляжем? Если мы ляжем где-нибудь в кустах, вот, допустим, мы бежим, нас заметят, нет? Давай вот тут попробуем на пляже. Вот, допустим, от стирака. Подожди, мы просто ляжем. Вот здесь. Будем заметны. Нихера тут бойня была. Два трупа Карна, один труп Анкилы. Да, походу, слушайте, во, я могу ползать, а тем более еще и ночь, и у меня есть скрытность. Вот это, короче, прикол. Сейчас я сделаю копье, наверное. Приступаем. Третье это копье. Нам нужно. Давайте вообще посмотрим сначала, что у нас есть. Вроде бы все хватает. Так, нам нужно 5 дерева. Давай, давай, руби. Так. Нам нужно 5 дерева. Нам нужно... так, один камень. Камня у нас нету. Камень рядом.
Блин, опять Дракорекс. Замучил меня, собака. Нахер. Вот можно было бы так Карнотавр ложить, да? Один удар и все. Так, один камень. Далее, вот эти перья непонятные. Блин, опять их нет. Две смолы. Ну, да бог с ним. Так, ну смолу я сейчас еще добуду. Есть. Смола. Смола. Есть. Далее, вот этот мочевой, два мочевых пузыря. Два. Так, нам нужны перья. Нам нужны, по сути, только перья. Иди сюда. Давай, 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 давай. Почти, почти. Да что ты? Кто-то постоянно где-то кудахчет, я не понимаю. О, давайте замахаемся со стиракой. Чё нет? Иди сюда. Давай. Лупи его. Лупи. Но на то время игрушка была бы прикольна. Да и так как она вроде самая дорогая первая появилась... Онлайн, мультиплеер, игроки, люди versus динозавры. Короче, сколько тебе надо ударов сделать? Не, бесполезно тебя. Топором, наверное, бесполезно тебя брать, хотя... Давай еще побегаем. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Они как слоны кричат. А, я тупо буду стоять вот так здесь и бить тебя. Короче, особо покрафтить мне сегодня ничего не удастся, я думаю. Не, ну нормально мы, короче, вернулись, да? Аж на 10 лет назад, охренеть. Карно, 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 карно. Так. Все, походу, я собрал тебе нужные перья. Давай посмотрим. Крафт. Да, у нас есть перья. И теперь мы крафтим, получается, копье. Давай, быстрее, 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 быстрее. О, да, детка, отлично. Так, а что мы можем? Просто тыкать им, а кидать? Кидать, подожди, кидать. Мы можем кинуть его? Как-то нет? Кинуть мы не можем? А вот давай теперь пойдем мы сразимся с кем-нибудь. Подожди. Вот теперь можно замахаться. Давай. Иди сюда. Тебя даже копье... Тихо, блин, Карнотавр. Ух, нихрен. Да ладно, подожди. Впервые в жизни при мне Стирака убил Карныча. Или я его копьем еще нежно погладил. Может быть. Может быть. Так. Клетка, клетка. Я все-таки еще хочу скрафтить клетку. Подождите. 15 дерева. Нам нужно 15 дерева. 15 смолы. Кости у нас есть. Как долго идет ночь? Так. Вот теперь строим клетку. Так, крафт. 15 дерева. Смола. Так, смолы нам не хватает определенно. Кости... А есть поблизости? Во, еще мертвый динозавр. Супер. Если я с него соберу бонс. Нет, я не собрал с него костей. Подождите, а вы видели, что я что-то мог нажать на трупе?
Сейчас посмотрим. А, они меня не видят. Не-не-не-не-не. Подожди. Они меня не спалили. А чё они меня не заметили? Так, все, осталось раздобыть только кости. Подожди. Инспект. Вот это что такое? А, и Wild Gallimimus. А, подсказка, да? Дикий Gallimimus. Это Gallimimus. Дикий Gallimimus. Все, я понял. Это инспект. Дикий Анкила. Я думал, что можно типа подойти, взять определенно что-то с трупа. Там, допустим, только мясо, только кости. Это какая-то всего лишь подсказка. Так, еще не хватает одной кости. Нам нужен труп. Одиннесы сами по себе спавнятся, да, как захотят. Я вижу, да? Он просто захотел, заспавнился. Супер. Ладно. Мы добьем вот этого парю копьем. На, блин. Особо что-то я ему урона-то не наношу. Вообще просто никакого урона. Я пошел тогда. О-хо-хо-хо-хо-хо. А у меня типа перелом, короче, я бежать не могу. О, все, я пошел. Не-н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 е. Чел, хорош. Свали. Кардыч, забери его нахер. Да блин. Не, ну, карнотавры это, конечно, здесь жопа полная. Это просто капец, господа, это просто капец. Короче, палец вверх, подписка на канал. Если хочешь в нее поиграть, напиши мне в ЛС Дискорда. Кину ссылочку. До новых встреч.